рядом она, и нам ее вскоре найти. Может, рядом она, а нет, погоди унывать. Все равно, знай, обижаться на жизнь смешно. Тем, кто верит в себя, лишь тем улыбнется судьба. Улыбнется судьба, а нет, погоди унывать. Все равно, знай, обижаться на жизнь смешно. Не хнычь, не плачь, когда не везет порой. За удачей спешим, и что нам синится в руках? Лучше в небе журавль, он там высоко в облаках. Лучше в небе журавль, а нет, погоди унывать. Все равно, знай, обижаться на жизнь смешно. Не хнычь, не хнычь, не плачь, не плачь, когда не везет порой. В стране удач, удач, мы будем еще с тобой. Не хнычь, не хнычь, не плачь, не плачь, когда не везет порой. Новый роман Гениана Зеленого «Смертельное убийство. Загадочное преступление». Товарищ, осталось всего 50 экземпляров. Новый роман века. Покупайте билеты «Спортлото». Один удачно заполненный билет может принести выигрыш от 3 до 20 тысяч рублей. Покупайте билеты «Спортлото». Пассажиры, заканчивается посадка на скорый поезд Москва-Южногорск. Поезд отправляется с первого пути. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите? Спасибо. Огромное вам спасибо. Не стоит. Позвольте предложить вам рюмочку. Коньяк отменный. Спасибо, я не пью.
А вы? Я в завязке. Правильно. Я в ваши годы тоже завязывал. И не раз. А вы, молодой человек, не откажетесь? Нет, нет, не беспокойтесь. Я успею. Вы пейте, пейте. Набрался с утра. Молодой человек, присаживайтесь к столу, пейте чай. Спасибо. Извините, пожалуйста. Большое спасибо. Ешьте на здоровье. У вас замечательный аппетит. Можно позавидовать. Нет, я клянусь, у меня совсем нет аппетита. Оно и видно. Да нет, просто книжка интересная. Вот я и зачитался. Да, книжица занимательная. И не больше. Но когда автор пишет о Южной Америке, да, сразу видно, что он там ни разу не был. Почему это видно? Ничего не видно. А вы, простите, как вас зовут? Михаил Голубев. А меня Александр Александрович. Так вот вы, Миша, были в Южной Америке? Ну, хотя бы в Центральной. Лично я? Не был. Вот видите, зачем же спорить? Ну, а вы там были? Приходилось. И много я успел. Вы о чем? Ну, много я успел уничтожить ваших продуктов. Нет, немного. Ровно столько, сколько у меня было. Выходит, я слопал все ваши запасы. Вот не зря моя мама говорит, что когда на меня находит рассеянность, я становлюсь опасным для окружающих. И часто это с вами случается? Костя, Константин Луков. Таня, Татьяна Пегова.
Доброе утро. Утро. Доброе. Я не понимаю, зачем вы ночью укрыли меня своим одеялом? Я? Мне было совсем не холодно. Да, а мне показалось, что вы замерзли. Ложечки, ложечки, ложечки. Одной не хватает. А ложки у нас нет. Как нет? Пожалуйста. Ну вот, теперь все в ажуре. А почему вы ложку под подушкой держите? А где мне ее держать? В стакане. Но стакан же под подушку не положишь. А зачем стакан под подушку класть? Правильно, ни к чему. Вот поэтому я и положил одну ложку, понимаете? Теперь понимаю. Только почему вы ложку под подушкой держите? Ну, а где же мне ее держать? В стакане! Ну, стакан же под подушку не положишь. А зачем вам стакан под подушку класть? Ни к чему. Вот поэтому я и положил одну ложку. Точно понимаете? Так случилось со мной в Монреале. Только вместо ложки оказалось... Вы ложку под подушку держите? Вилка. Где мне ее держать? Ага, я взял. Ага. А мне, пожалуйста, бутылочку пивка и вот эту маленькую курочку. Граждане пассажиры, с третьего пути отправляется скорый поезд Москва, Южногорск. Как дела, Степан? Окейно. Сан Саныч, закурить не найдется, а? Кури. Это вам, Таня. Вот. Я хотел взять пепси-колу, но Байкал, по-моему, лучше. Зачем? Спасибо, Костя. А это билет в спортлото. Я никогда не играла в спортлото. Ну и напрасно. Я, например, почти ни одного тиража не пропускаю. Ну, конечно, когда есть деньги. О, я даже разработал свою систему. И часто выигрывали? Выигрывал, не выигрывал. Не в этом дело. Ну, а в чем же? А в том, что за 60 копеек у меня появляется надежда выиграть, ну, например, 10 тысяч. Да? А может и 20? Одной надеждой не проживешь. А без надежды вообще скучно жить. Значит так, Таня. Да. Зачеркните 6 номеров. И считайте, что деньги у вас в кармане. А какие номера зачеркивать? Да, любые. Оригинальный вариант. Я впервые встречаюсь с такой комбинацией. Да, в этой комбинации определенно есть элемент неожиданности. Все гениальное просто. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В следующую субботу будет проводиться 25-й тираж. Так, пишем. Этот талон, так называемую часть А, Таня, вы храните у себя. Остальное я сам опущу в ящик спортлото в Южногорске. Этот талон, так называемую часть А, я при свидетелях отдаю на хранение вам. Иначе я его обязательно потеряю. Если вы даже его потеряете, Татьяна, вы ничего не потеряете. Вы не поняли, Таня. Если талон будет у меня, вы же не сможете получить выигрыш. Ну и что? Вы получите его сами. Для меня. А в каком санатории вы будете? Как я вас найду? На 32-м километре есть лагерь дикарей автолюбителей. Вот там я и буду отдыхать. Целый месяц. А вы, Костя, в санаторий едете? Нет, у меня в Южногорске тетя живет. А? У нее свой домик. Вот она и пригласила меня погостить. Хорошо иметь родную тетю в Южногорске. Это не каждому удается. Но вы-то наверняка в санаторий едете. Да еще в самый лучший. Ошибаетесь, молодой человек. Я как раз еду не отдыхать, а работать. Да самый интересный отдых будет у меня. Я на горную турбазу еду. Орлиный приют называется. Сначала тренировки, потом поход через перевал. Я третий раз таким путем отдыхаю. Через 40 минут прибываем. Уж больно вещей-то у тебя много. Так это же все ваши заказы. Я ж 3 дня по Москве бегал. Ой, спасибо, вот молодец. Ну, давай я хоть какую-нибудь сумку тебе понесу. Нет, тетя, не надо, я сам. Да? Thank you.
спросить, кто ж такая? В поезде познакомились. Интересная. Красивая. Ну-ка, сейчас. Осторожней, батя! Эти нябы что? Научная аппаратура. Уж больно тяжелый у тебя научный. А наука вообще, батя, вещь нелегкая. Аппаратура. Вот, тут я и живу. О, так это ж вилла, тетя Клава. Ну, вилла, не вилла. А 3 комнаты с терраской имеются. Угу. Ну, проходи. Ой. Вот тут временно я обитаю, а заказики мои вот сюда поставь. Вот. Так. А, спасибо. Комнаты сданы, сам понимаешь, сезон. Ну, понятно. Я бы могла поселить тебя на терраске. Очень хорошо. Но терраска тоже сдана. И вообще, я считаю, вот в доме тебе жить неудобно. Душно, шумно, ой. А во дворе у меня тихо, спокойно. Хорошо. Во флигелечке небольшая семья живет. Под навесом студентики спят. А вот в летнюю кухню я молодоженов пустила. Уж больно просились. Все понятно. Целый день никого нет. С утра до вечера на пляже. А вот тут у меня йог остановился. Йог? Ну да. Этот чудак днем спит, а ночью купается. А у тебя, Костя, будет свое отдельное помещение. Прекрасно! Когда хочешь, приходи, когда хочешь, уходи. Ой, тетя Клава. Благодать. Ой. Кыш, кыш, куда помчалась, а? Кыш, кыш, проклятый, видишь, лазейку нашли. Не тесновато ли? Да нет, тетя, ой, простите. Вот ничего, ничего, так. Ничего. Устраивайся, располагайся. Отлично. И отдыхай. Удобство рядом. Большое спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, Костенька. Здрасте. Здрасте. Вы Клавдия Антоновна? Она самая. А я тот, который комнату у вас забронировал. Денежный перевод получили? Ну как же. Помещение готово. Милости просим. Отлично. Степан Степанович. А? Выгружайтесь. Ага. Прошу вас. Ух ты! Вот это да! О! Ну что, брат, недоволен, что я тебя из твоих апартаментов выжил? Так ведь я по знакомству. Меня тетя Клава сюда поселила. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ка, давай, иди отсюда. Теперь я тут хозяин, понял? Все. Фу. Отлично. Ага. Проверь. Ну, красиво? Чудесно. Даже лучше, чем я думала. Вот наша стоянка. Современный табор диких автокочевников. Да, кстати, Павлик, как ты мне представишь своим приятелям-дикарям?
В качестве кого? Я сказал, что поехал встречать жену. Ну, это ты поторопился. Ну хорошо, я скажу, что поехал встречать жену, а встретил невесту. Землю обходит любовь, адрес находит любой, хоть никогда не давал ей никто из нас адресов. Кто же ответ может дать? Сколько любовь нужно ждать? Может ответ дать нам только сама любовь, только любовь, только наша любовь. Как празднично, как радостно, как весело встречать любовь и сердце знать, что есть. Мир светлым таким же был всегда. Словно плывем мы вдвоем, в море огромном плывем, не разглядеть в этой синей дали его берегов. Что же нас ждет впереди? Ты отвечать погоди, может ответ дать нам только сама любовь, только любовь, только наша любовь. Как празднично, как радостно, как весело встречать любовь и сердцем знать, что есть. Всегда. Как празднично, как радостно, как весело встречать любовь и сердцем знать, что есть она. Спроси, люблю ли. Хочу, чтоб мир светлым таким же был всегда. А вот апельсины, а вот витамины. Кому апельсинчики? Кому витаминчики? Сколько стоит, сынок, твои апельсины? Рубль, папаша. Всего 1 рубль. Взвесь ко мне 3 килограмма хороших. Какие килограммы? 1 штука рубль. А? Не понял. 1 штука рубль. Штука? Ну? Я бы дал тебе рубль, если бы был уверен, что ты на эти деньги купишь хоть 1 грамм совести. Иди гуляй, папаша, и не мешай удовлетворять возросшие потребности покупателей. Эх ты. Кому апельсины? Кому витамины? А вот апельсинчики. Почем апельсины? Рубль, красавица. Всего дорого. 1 рубль, дочка. Как идут дела, Степан? Помаленьку. Покупатель какой-то скучный пошел. Все ему не весело почему-то. Покупатель всегда прав. Главное — улыбка. Кому апельсины? Кому витамины?
большое спасибо. Меня. Что Таня такое? Выиграла 20 тысяч! Какая Таня? Ну как, та, с которой я ехал? Ну вы еще сказали, что интересная. Ах, да. Ну, она выиграла. А тебя с чем поздравляю? Ну так ведь я, именно я купил ей этот билет. Я, можно сказать, заставил ее взять этот билет. Костя, отдал из своих собственных рук такие деньги и прыгают. Да тебе плакать надо, а ты радуешься. Эх, тетя Клава, ну ничего вы не понимаете. Прошу. Исчез талон. Какой талон? Тетя Клава, ну я вам говорил, Таня выиграла 20 тысяч, а талон, по которому эти деньги можно получить, она оставила на хранение мне, и он лежал вот в этой книге. Ох, дура твоя, Таня, кто ж такие вещи доверяет чужим людям, особенно таким, как ты? Что ж, я, по-вашему, нечестный человек? Да я-то знаю, что честный. А Татьяна твоя будет уверена, что жулик. А как же? Думаешь, она поверит, что талон куда-то исчез? Как бы не так. Она обязательно подумает, что ты его себе присвоил, чтобы получить ее денежки. Тетя Клава, ну спасибо, умеете вы успокоить. Ты вспомни, в эту ли книгу ты его сунул? Ну я же говорю вам, именно в эту. Ой, господи. Эта книга не моя. Ну вот я ж тебе говорила, что ты не в ту сунул. Подождите, подождите, тетя Клава. А Мурашка, значит, Сан Саныч. Значит, его книга у меня... А моя с талоном у него. Значит, надо его искать. Ну вот, где же ты теперь найдешь свою Мурашку? Он здесь, он же в городе работает. Буду его искать. Ну, ищи, буду ищи, искать. Ищи. Живем, как Христос за пазухой. Как у Христа за пазухой. Ну да, окейно. Я что думаю-то? Вот в прошлый раз отсюда в Москву мы везли молодой чеснок. А вот сейчас из Москвы сюда апельсины. А вот апельсины продадим. Чего обратно в Москву-то повезем, а? А это смотря по тому, какая конъюнктура будет. Ясно, а если никакой конъюнктуры не будет, тогда чего повезем? Везет же людям. А что случилось? Девчонку, которая ехала со мной в одном купе, заметил? Ну, фирменная такая девочка, да? Что с ней? Выиграла в спортлото 20 тысяч. Да ну? Угадала 6 цифр из 6 в 2 вариантах. Я спрашиваю, есть справедливость на свете? Но зачем этой девчонке 20 тысяч? Ну, не скажите. Деньги, они никогда никому не мешают. Впрочем, деньги-то она вряд ли получит. Она же при мне отдала талон от билета этому хлюпику Косте. И он при мне положил этот талон в свою книгу. Так что, если Костя незаконченный дурак, он может спокойно получить и присвоить все 20 тысяч. Да? А если она с него потребует через суд? Да он скажет, я знать ничего не знаю и вообще впервые вижу это особо. Да она позовет свидетелей, например, вас. Вы же сами говорили, что вы все видели, а? Пожалуй, идея. Я же действительно ценный свидетель. Ну? Итак, я нахожу этого субъекта с талоном, шантажирую его. Чё? Шантажирую. Да. И прямо заявляю, или выигрыш пополам, или я на суде выкладываю всю правду. Гениально, но несправедливо. Почему? Ну зачем этому жулику половину, когда я сниму и четверть его?
Молодец, Степа. Значит, остается только решить, как его найти. Постой. Он говорил, что едет в гости к своей тете. Да, но где эта тетя Мотя живет? Момент. Антре. Чай пить будете? Чайник вскипел. Нет, нет, спасибо. Благодарю вас. Мерси. Ну, а то смотрите, чайник горячий. Буду искать Хлюпика. Апельсины! Кому вита? Совсем очумели. Вы посмотрите, какой товар, мадам, импорт. Сан Саныч, с вас пол-литра. Я выследил, где ваш Хлюпик живет. Адрес? Адреса не знаю, но дорогу показать могу. Только от базара. Вот там я его засек. Опа. Вон. Ага, прямо. У меня глаз алмаз. Один раз увидел. О, на всю жизнь запомнил. Сюда. Вот здесь он оглянулся, и я спрятался в подворотню. А тут на меня прыгнула собака. Во, видали? Во, не вру. Во. Вот сюда. О, здесь у меня, здесь у него картошка рассыпалась. Простяпа. О, здесь он опять остановился и пил воду. Давай дальше, следопыт юный. Здесь он чуть под машину не попал. Эй! О, видали? Вот сюда. Вот там он живет, в том сарайчике. Он. Быстро ушли.
будут держать, а вы его сантажировать. А? Погоди! 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 У меня другая идея появилась. Ну? А что, если этот Хлюпик вообще о выигрыше еще не знает? Может, у него талон до сих пор в книжке целехонько лежит? Ну и что тогда? Тогда мы этот талон незаметно экспроприируем. Чего? Изымем. И весь выигрыш наш. Гениально. Делаем так. Я стою на стреме, ага. Ты заходишь в сарай, ага. Находишь книгу и приносишь талон. Ясно? Ага. Захожу, нахожу, приношу. Ясно? Тихо! Добрый день, Сан Саныч. Добрый день. Жарко сегодня, Сан Саныч. Жарковато, Клавдия Антоновна. Бонжур, как говорят французы. А я решил сегодня постирать. Ну, Степан, ну погоди. Сан Саныч, Сан Саныч, Сан Саныч, я вас целый день ищу. Господи, Сан Саныч, вы мурашка? Он самый. Ну, надо же! Так как же вы здесь очутились? Я Сан Саныча по всему городу ищу, а он вдруг здесь. Вот чудак-человек. Да они почти уже 2 недели у меня здесь живут. Только у них вход с улицы, а у тебя с переулка. Вот поэтому вы с ним и не встречались. Таня, помните, которая с нами ехала? Ага. Выиграла по билету спорт-лото 20 тысяч. Деньги уже получили? Какие там деньги? Костя! Я сейчас! Так, где же эта чертова книга? Вот, вечно так. Где же? А, вот она. Сан Саныч, вот в такую книгу я положил Танин талон. Помню. Так. Но по ошибке-то я взял не свою книгу, а вашу. Не может быть. Ха-ха. Роспись ваша? Да-да, моя. Значит... Значит, моя книга, где лежит Танин талон, который выиграл 20 тысяч, у вас. Мой юный друг, но проблем, как говорят на Западе. Я вашу книгу ни разу не доставал из чемодана, который лежит под кроватью. Талон там. Ясно? Ясно. Да, конечно, ясно. Идемте, Сан Саныч. Значит, остается достать из чемодана книгу и взять драгоценный талон. Это дело 3 минут. Ясно? Да ясно, ясно, Сан Саныч. Идемте. Идемте. Постойте. Что? А где же ключ от чемодана? Пардон, он же у меня не закрыт. Вот проклятый склероз. Да, аналогичный случай произошел со мной в Сингапуре. А вы в Сингапуре были? Да, проездом. Ой. Вам не больно, Сан Саныч? Ничего, ничего, пройдет. Сан Саныч, куда же вы? Прошу вас.
Вот, Сан Саныч, бывает же такое. Нет талона. В одном доме живем и ни разу не встречались. Да-да, бывает. Невероятно, но факт. Ну что же. Берите ваше сокровище, мой юный друг. Берите, берите. Талона здесь нет. Как нет? Ну нет, посмотрите сами. Да, действительно нет. Странно. Чему вы радуетесь, Сан Саныч? Простите, простите. Вот точно так случилось со мной в Лондоне. А вы... Был в Лондоне. Послушайте, мой юный друг. Вот это моя книга. Да. У меня железное правило. Как только я покупаю новую книгу, я ставлю на титульном листе свою фамилию. Так. При теперешней библиомании это не вредно. Ну... А откуда известно, что это ваша? Ну как? Как? Ведь у вас нет моего железного правила. Нет. Ну? Ну? Вот и подумайте. Я все понял. Ну, значит, моя книга или у Тани, или у Миши. Наконец-то. Вы по ошибке взяли мою книгу. Да, а кто-то из наших попутчиков также случайно взял ваш экземпляр. Константин, никогда не надо отчаиваться. Да. Я бы с удовольствием помог вам в поисках драгоценного талона, но, к сожалению, очень занят. Руководство срочно вызывает в центр. Да я сам завтра утром еду к Тане. Желаю успеха. Спасибо, Сан Саныч. Момент. Мой экземпляр. А, пожалуйста. Значит, будем продолжать отпираться? Да не было никакого талона в вашей книге. Открой рот. Не могу я больше есть. Открой рот. Не могу, не буду. Будешь. Будешь, у меня есть апельсины до тех пор, пока не скажешь, куда спрятал талон. Вы мне так весь товар скормите. Сколько денег пропадет? За все, что ты съел и еще скушаешь, за все ты сам и заплатишь. По себестоимости 2 рубля килограмм? Отпускная стоимость для тебя рубль штука. Чего? Рубь! Даже не рубь, а рубль 20. А 20 за что? За обслуживание. Где талон? Да не было в книге талона! Прибавь газу. Хлюпик, наверное, уже проснулся. Это надо же! Сам подсказал этому недотёпе, где искать талон. Вот, сами виноваты, а меня апельсинами пытали. Одного товара съел на 100 рублей, не считая обслуги. Стёпа! А? Ты лучше за мотором следи. Какие-то посторонние шумы слышатся. Мотор в порядке. Витамины шумят. Глуши мотор! Есть! Бросай якорь. Есть.
это? Что? Степан! Что это такое? Окей, на. Якорь на дне. Она. Книжка наверняка в ее палатке. Ну-ка. Фирменная девочка. Незаметно выберись на берег. Ага. Незаметно заберись в палатку. И незаметно пошуруй. А незаметно выбраться, забраться, пошуровать. Вот тебе непромокаемый пакет. Ага. В него положишь талон. Понял. Орвуар. Чего? Погружайся. Сан Саныч! Держите, здесь талон! Как же тебе удалось так быстро забраться в палатку и найти книгу? А под вашим чутким руководством все просто. Трогай! В шахте не был я ни разу до сих пор, и лицо мое не в угольной пыли. Но тружусь я точно так же, как шахтер, потому что все я достаю из-под земли. От века я не отстаю, все время что-то достаю. И падишахом легче стать, чем в наше время все достать. Тороплюсь я все желания выполнять, хоть приходится порою нелегко. И давно уже пора вопрос поднять, чтоб за вредность мне давали молоко. От века я не отстаю, все время что-то достаю. И падишахом легче стать, чем в наше время все достать. Презирать вы можете меня в душе, не здороваться со мной при встрече, но жизнью вы ко мне приучены уже, без меня не обойдетесь все равно. От века я не отстаю, все время что-то достаю. И падишахом легче стать, чем в наше время все достать. Свое года было это. Ой! Так давно. Так зачем писать письма в никуда? Спасибо. Как сложилась жизнь твоя, не все ли? Нужна мне самодеятельность. Прошлым живую нить нельзя порвать и все забыть. Пусть в парке кружит листва, любовь, как и прежде, жива. Нет, с прошлым живую нить нельзя порвать и все забыть.
Пусть в парке кружит листва, любовь, как и прежде, жива. Было и прошло, берут свое года. Осенью любви не быть. Фу, черт. Пошла отсюда! Нет. И в вашем экземпляре талона нет. А вы уверены, что положили талон именно в книгу, а не в карман или бумажник? Да у меня никогда не было бумажника. Павлик, я хорошо помню, что Костя вложил его именно в книгу. Да. Но я не понимаю, Танечка, раз талон твой, да почему ты сама не спрятала его? Ну, потому что я обязательно его потеряла бы. А он не потерял его, что ли? Нашла надежного человека. Павлик, что ты говоришь? Таня, Таня, вы меня не защищайте. Я виноват. Где же вы теперь собираетесь искать Танин талон? А, это элементарно. По принципу исключения теперь ясно, что талон непременно находится в той книге, которую взял наш четвертый сосед покупать. Миша! Да! А Миша где? Как где? На турбазе «Орлиный приют». И я завтра туда отправляюсь. Ясно. Таня, талон будет у вас. И чем скорее, тем лучше. Подождите, Костя! Вот что, Костя, я пойду на турбазу с вами. Да зачем же? Это же в горах, это черт знает где. В конце концов, я сама впутала вас в эту историю. Так что будем искать талон вместе. Танюша, ты же понимаешь, я не могу тебя одну отпустить. Пойдем с нами. А машина как же я здесь оставлю? Зачем ее оставлять? Поедем на машине. Горы на машине? Ну что, завтра утром тронемся. Вы согласны, Костя? Согласен. Ясно. А где хозяин? Вас спрашивают. В чем дело? Ой. Играю в спортлото и выигрываю такие деньжищи. Ну, теперь я развернусь. Во-первых, куплю дубленку. Во-вторых, вступлю в кооператив на однокомнатную квартиру. На будущий год поеду в туристскую поездку. Круиз вокруг Европы. Ну, куплю цветной телевизор, конечно, автомобиль. Я думаю, что на все это твоего выигрыша не хватит. А я еще выиграю. Ты сначала попробуй этот получить. И все, извини, твое легкомыслие. Отдать талон первому встречному. Как видишь, этот первый встречный оказался очень хорошим и порядочным человеком. Порядочным? Почему же ты не захотела его одного отпустить на турбазу? Побоялась, что он возьмет талон и исчезнет. Ты что? Ты серьезно? Шучу. Ну, конечно, шучу. Гражданин, а вы почему в таком виде бегаете? Тренируюсь. А, марафонец. Ага. В каком обществе? Трудовые резервы. А маска и ласты зачем? Троеборец. А,
Ну, желаю успеха! А до города далеко! К утру там будешь! Кто это? Это я, Сан Саныч, вставайте! Мне прямо, а вам налево. Километров 15-20. Туда хоть какой-нибудь транспорт ходит? Бывает ходит, а бывает нет. Ну что, пешкадралом или попутную будем ждать? Опередили гады. Тьфу, теперь все. Ничего не все. Мало ли что с ними в дороге случится. Может. Тут надо переходить на первую скорость. Павлик, переходи на первую скорость. Сейчас заглохнет мотор. Павлик, мотор заглохнет. Я не нуждаюсь ни в чьих советах. Дорогой. Нам нужно в Орлиный приют. Садитесь, садитесь. Нам почти по дороге. Окей, на. На свадьбу еду. Подарки везу. Вино собственного производства. Опа. Горный обвал. Самоубийцы. А может, им так нравится? Спасибо за все. Здесь мы как-нибудь пешком дойдем. Да. Я карбюратор прочистил. Теперь полный порядок. С вашими талантами собственную машину надо иметь. Ну, одному Бог дает талант, а другому машину. Орлы, приезжайте. Алла Дмитриевна, я попрошу вас выяснить, где находится Михаил Голубев. Угу. Я лично здесь недавно, раньше я руководил другой базой.
Коптовой. Ну, а теперь меня повысили 2000 метров над уровнем моря. Руковожу этими, как их, как же их, тьфу ты, ну. Туристами. О, совершенно верно, туристами. Может быть, по чашечке кофе? Нет-нет, спасибо. Нет, спасибо. А мы торопимся. Как угодно, как угодно. Ага, ну что известно об этом, как его? Тьфу ты. Голубев Михаил Николаевич позавчера ушел в поход с группой по маршруту номер 7. Ага. А когда они вернутся? Да-да, когда они вернутся? Они не вернутся. Что? Как? Почему они не вернутся? В чем дело, Алла Дмитриевна? Алла Дмитриевна, я вас спрашиваю, почему не вернуться? Маршрут номер 7. Ну? Рассчитан на 4 дня. Ну и что? Завтра группа через Мангальское ущелье так выйдет на станцию Мангал и по железной дороге разъедется по домам. Поэтому сюда они не вернутся. Ах, да, разъедутся. Это такой маршрут. Скажите, а можно эту группу как-нибудь догнать? Только на вертолете. Но, к сожалению, у нас его нет. Ой, маршрут номер 4. Да, пожалуйста, пожалуйста. Рассчитан на 2 дня с одной ночевкой. И через Южный перевал также выходит на станцию Мангал. Значит, мы идем по маршруту номер 4. И завтра в Мангале встречаемся с Мишей. Миша, Миша, вы меня извините за любопытство, но зачем вам понадобился этот... Извините, понадобился так срочно этот неуловимый Миш. Мы сейчас вам все объясним. Степа, поможем. Ага. Давай, давай, давай. Давай. О, чуть-чуть, чуть-чуть. 20 тысяч? Я вас от всей души поздравляю. Спасибо. Спорт лото, как говорится, выигрываете вы. Выигрывает этот... как же его? Тьфу ты, ну... Спорт. Совершенно верно, спорт. Я вас от всего сердца поздравляю. Спасибо. Такое большое общественное событие, 20 тысяч, необходимо отметить. Нет, нет, что вы. Мы не пьем, мне нельзя, я за рулем. Я сам мало принимаю. Ну, понимаете, держу на всякий случай. Бывает иногда иностранцы. Хвачкара, легкое, натуральное вино. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Дорогие друзья, позвольте мне поднять этот бокал за очаровательную Таню. За ее удачу, за ваш общий успех. И, конечно же, за нужную, интересную, и я не побоюсь сказать, интеллектуальную игру под названием «Спорт Лото». У меня родился экспромт. Играйте, дорогие люди, в «Спорт Лото». За это не осудит вас никто. И лично я бокал свой поднимаю, чтобы выиграли вы... вы еще... Тьфу ты, ну. По меньшей мере 1100. Совершенно верно. А может, мне пойти вместе с вами? А? Всего 2 дня. Завтра прибывает группа иностранных туристов. Ах, да. Нам предстоит огромная работа. Вот с Аллой Дмитриевной. Ну что ж, желаю вам догнать вашего Мишу. Всем необходимым мы вас обеспечили. Спасибо за заботу. Всех спасибо. Благ? Всех благ. Меня беспокоит моя машина. Я вас понял. Алла Дмитриевна, мой Мерседес выведите из гаража. Пускай на солнышке погреется, так сказать, проветрится. Ваши Жигули будут в полном порядке. Большое спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Я хотела бы напомнить вам, по всем маршрутам у нас расставлены указатели. Ах, да-да, столбы, столбы стоят. Угу. Ах, следите правильно. Внимательно, ваш маршрут... Номер 4! Алла Дмитриевна! Запоминай. Ясно. Предупредите. Просто молодцы. Что? Предупредите. Что?
А, ой, чуть не забыл. Товарищи, я хочу предупредить вас. В горах множество диких зверей. Даже медведи есть. Пожалуйста, не пугайте. Не обижайте их. Не беспокойтесь. Все будет в порядке. Мы люди мирные. А шашлычную не хочешь? Хочу. Сан Саныч, как вы думаете, эти ягоды есть можно, а? Можно. Только отравишься. Держу! Держи! Ну, Сан Саныч, вы даете. Соображать надо, как говорят в Монте-Карло. Пошли. Привал, сейчас полчасика отдохнем и пойдем дальше. А почему это полчасика, а не час или полтора? Кто это решил? Я решил. А почему ты за всех все решаешь? Слышишь? Уже ссорится. Слышу. Ну, хватит. Хватит вам петушиться. Танюша, ты пойми, нам нельзя терять ни минуты. 5 минут на отдых и все. За 5 минут мы не отдохнем. Павлик, за 5 минут мы не отдохнем. Полчаса. Полчаса. С такими темпами мы обязательно опоздаем в мангал. Поезд уходит завтра в 15:00. Он нас ждать не будет. Миша уедет, и тогда плакали наши денежки. Вернее, Танины. Ага. Вот теперь полная ясность. Обходим. Врываемся вперед. Пошли. Я думаю, мы уже вырвались на 5 километров. Ага. Степа, а? Убрать. Ага. Так. Не стоп. Маршрут ты. А, ну, Сан Саныч, ну голова. Порядок, теперь точно заблудится. Добро пожаловать. В какую сторону нам идти, ты запомнил? Нет, а вы? Я думал, ты запомнишь. А я думал, что вы. Ох, интеллект. Куда же идти? А? Сюда? Нет. Или туда? Нет, нет. Что же, не сюда и не туда? А? Сан Саныч, 4-й маршрут. Точно, сюда. Пошли. Главное, оторваться от противника. Ага. Главное оторваться от противника и деньги наши. А вообще-то как будем делить 20 тысяч, а? По справедливости. От каждого по возможности, каждому по должности. А какая у меня должность? Ты в нашей организации первый человек.
после меня. О. От века я не отстаю. Так, интересно. О, царапины совсем свежие. Наблюдательность, достойная Шерлока Холмса. Может быть, пользуясь дедуктивным методом, вы определите, по какой дороге идти дальше? Попробую. Какая-то знакомая поляна. А что, поляна как поляна. Хо, а вот и столб. Значит, правильно идем. Странно. Почему на развилке маршруты разошлись в разные стороны, а теперь опять сошлись? А на то они и маршруты, чтобы то сходиться, а то опять расходиться. Че? Ничего. Вот наша тропинка. Как видите, мой дедуктивный метод очень прост. Все элементарно. Ну, Костя, с твоими способностями в милиции надо работать. А я там и работаю. Да? Шофером. Павел, твоя очередь нести рюкзак. Теперь мы оторвались от этих километров на 20, а то и больше. О, Сан Саныч, я же говорю, маршрут то сходит, то опять расходятся. Стой! Окей, но еще больше их запутаем. Стой, тебе говорят! Че? Степа, а? Тебя ничего не удивляет? А мы здесь уже, кажись, были. Кажись, кажись. И здесь были, и на поляне были. Целый день по кругу ходим. Оторвались, называется, от противника. И все по твоей милости. А я здесь при чем? Я же за вами иду. А указатели кто сбивал, разве не ты? А кто мне велел? А у тебя голова на что? Если это вообще можно назвать головой. Что ты делаешь? Я пошутил! Я тоже. Скоро будет готово. Ага. Попробуй. Вкуснотища. Здорово похолодало. Спасибо. Ну и доставила я тебе хлопот. Столько дней за меня потратил. Что ж, теперь все идет к концу. А знаешь, чего бы мне сейчас хотелось? Не знаю. Чтоб ты опять выиграла. А я опять взял и потерял твой талон. И мы бы с тобой его снова вместе искали. Тебе так понравилось терять талоны? Нет. Мне понравилось быть с тобой. А разве... разве для этого обязательно нужно что-то терять, что-то искать? Тихо! Слышите? Какие странные звуки. Как будто ночная птица крыльями бьет. Добычу, наверное, терзает. Страшно подумать. Ой. Пшенную кашу варят из концентратов. Целый день без горячей пищи. Это полезно. Сейчас голодом лечат.
Ты зачем убрал хлеб? Да я думал... Нет, ну если хочешь, можешь съесть хоть всю буханку. Павел, что с тобой? А пусть не командует. Ребята! Вот чудеса. Рюкзак пропал. Как пропал? Что за глупый розыгрыш? Не хочешь давать хлеб? Не давай. Ну зачем же разыгрывать? Ты что, нас всех идиотами считаешь? А почему всех? Смех смехом. А рюкзак-то действительно исчез. А помните? Начальник предупреждал нас о диких зверях. Ты думаешь, какой-нибудь зверь утащил рюкзак? Мы не человек же. Ребята, нам надо быть начеку. Дежурить будем по очереди. От века я не отстаю. Все время что-то достаю. О! Ща. Не густо. Килька в томатном соусе. Чего? И все, что ли? К сожалению, все. Фу, черт. Открывай. А чем открывать-то? У меня ножа нету. Прояви смекалку. Обходились же древние люди без консервов ножей. Да ни консервов не ели. О! Продуктами швыряешься. Да я это... Много текста. Иди ищи. Да как я на... Иди. Неужели сюда забрел медведь? От кого же я, по-твоему, бежал? От кролика? Здоровенный такой, лохматый, еле ноги унес. Во!
А? Гималайский. Да? Точно. Тихо! Через мост до Мангала 10 километров, а в обход 30. Точно! Быстрей! Стой! Поджигай здесь! Ага. Ну, Сан Саныч, ну, голова! Мы пойдем коротким путем, а они пускай в обход топают. Гениально! О! Он! Он самый! Гималайский! Идти в обход. Ага. Ребята, смотрите! Мост горит! Придется идти в обход. Есть идея. Мы должны быть в Мангале первыми. Ага. Для этого я двинусь вперед. А я? Ты наших соперников задержишь. Ага. О! Они тебя знают? Нет. Вот в этом залог нашей победы, как говорили шведы под Полтавой. Помогите! На помощь! Помогите! Что с вами? Как вы здесь очутились? Что у вас? Что у вас с ногой? Ой! Не трогайте ногу. Больно. Я шел из Мангала и заблудился. 3 дня не жрам, без пищи. Вывихнул ногу и потерял сознание. Вернее, сначала вывихнул, а потом потерял. Нет, точно, сначала потерял, а потом вывихнул. По-моему, он бредит. Точно, я брежу. Нет, просто он в тяжелом положении, разве вы не видите? Правильно, я в положении, разве вы не видите? А когда вы вышли из Мангала? Я-то? Вы-то? Вчера вечером. Не, вернее, вечером, вчера. Значит, до Мангала недалеко? Нет, тут все время прямо. А если все время прямо, то как же вы заблудились? Я ж говорю, сознание вывихнул, ногу потерял. Ой. А идти-то вы можете? Ну, я... постараюсь. Только не бросайте меня, пожалуйста. Очень, очень прошу. Я устал и хочу отдохнуть. Давайте сюда. Ну, что будем делать? На 2 часа мы не прошли и 2 километров. А что ты предлагаешь? Мы же не можем его здесь бросить. Я не предлагаю его бросать. Пусть подождет, пока мы дойдем до Мангала и вышлем к нему помощь. Нет. Его нельзя оставлять в таком состоянии. Да. Ну, хорошо. Давайте останемся с ним и плюнем на выигрыш. Подумаешь, 20 тысяч. Нет, я предлагаю вот что. Значит так, ты и Таня, вы остаетесь здесь. Угу. А я один иду в Мангал. Не сомневайтесь, я найду талон.
Мы не сомневаемся в том, что ты найдешь талон. Мы сомневаемся в том, что потом найдем тебя. Павел! А я что, я пошутил? Мне надоел твой однообразный юмор. Да. Может быть, и я тебе надоел. Может быть. Ну, вы тут выясняете отношения, а я пошел. Я иду с Костей. А ты оставайся с раненым, так будет лучше всего. Как? Таня! Нога болит? Ага, болит. А куда это твоя девчонка с этим парнем побежала? Откуда ты знаешь, что это моя девчонка? Я-то? Ты-то! Уж больно сердито она на тебя кричала, а на того наоборот. Так ласково смотрела, вот я и подумал. Тоже мне психолог. Как тебя только угораздило сюда забраться? Дурак, потому что. Оно и видно. Чё? Что дурак? А, ну да. Дорогой, срочно нужно отвезти человека в больницу. Ногу вывихнул, идти не может. Кто идти не может? Он идти не может. Жулик! Сам дурак! Прошу вас, отвезите меня, пожалуйста, в мангал. Мангал? С удовольствием. Сам туда еду. На свадьбу. Только если можно. Поскорее. Поскорее? Это мы можем. Самой короткой дорогой довезу. Далеко? По дороге 4 километра, по путям 3. Спасибо! Эй! Мангал там! О, черт! Спасибо! Не сердись, дорогой! Выйдем на дорогу, прибавим скорость! По шоссе 4 километра, по путям 3. Все. Опоздали. Не огорчайся, Костя. Я опять выиграю. 20 тысяч. А может быть и больше. Ты снова потеряй твой талон. И мы будем его искать. Вместе. Михаил Голубев,